Ну что? Ну здравствуйте, ну добро пожаловать в Super Ember Kaboom. Игра называется Super Ember Kaboom. Мы ее запустили и, короче, она как долбанула. Вот это у меня сейчас громкость включена на 19%. Всех оглушила, оглушила всех зрителей на стриме. Меня оглушила, соседей оглушила, кошек оглушила. В этом, в Костроме услышали, как игра заорала у нас. Если вы будете эту игру запускать, снимайте наушники. По-моему, я оглох. В общем, Super Ember Kaboom — игра, о которой вы, наверное, не слышали. И это платформер. Так что поехали смотреть. Там вон лиса какая-то, лисичка какая-то нарисована на кнопке play. Давайте play. Мир погрузился в хаос. Наверное, после того, как запустили вашу игру и услышали громкость на 300%. Элементальные духи, которые защищали наши земли, короче, куда-то свалили. А без их магии монстры вообще оборзели. Но среди всей этой фигни, там в лесу что-то есть, какая-то луч света. Прям в лесу. Молодая лисичка такая сказала, что сейчас разберется. Ее зовут Эмбер. О, какая лисичка. О, лисичка. Не соврали. Молодая лисичка, зовут Эмбер. Ну, не знаю насчет лисичка, а человечка с хвостом и с ушами лисими, но хорош. Че, пошли налево сразу? Налево не пойти. О, какое все большое. Для слепых. И для глухих, видимо. Я секретку какую-то нашел. Фрукты собирать надо. Атака X. О, атака есть. Она хвостом бьет. Прикол. Опа. На, гриб, получи хвостом. Бриллианты собирать. Фрукты. А можно бить блоки? Можно. Хорош. Ему зло шпарит, конечно. Атака хвостом. Держи А, чтобы прыгать выше. Хорошо. О, вихрь лисы. Slam in the air. Воу. Нифига себе. Окей, так тоже можно делать. Мне нравится. Сразу так весело. Все, игра пройдена. Эй, сюда нельзя, сказал огонек. У нас тут, между прочим, лес духов. Всех подряд не пускают. Ну, был когда-то. Там потом магия какая-то началась, духи исчезли. Я тут последний остался, говорит. Короче, да, что-то я не очень разговор завел. Давай начнем все снова. Меня зовут Флейм. А ты? А я молчу. Тебя зовут Эмбер? Что? Ты Эмбер? Нифига себе, я про тебя слышал, ты легенда. Давай, короче, вместе тусить. Будем всех спасать. Кайф, не пожалеешь, говорит. Флейм к нам присоединился. О, какая у нас карта, классическая такая карта Mario World. Шалтай-болтай летает. Он взрывается. Что этот Флейм делает, интересно? А, подожди, Флейм? А, нет, это с Флеймом мы запускаем по земле после атаки ударную волну, что ли? Прикол. Файер. Чё файер? А, я файер. Воу. Лиса просто огонь. Файер. А, все, файер кончился. Это временное усиление. Ну, лиса так жестко разбирается. Она шутки не шутит. Лисичка пришла и всем наваляла. Хвостиком махнула и до свидания, поллеса. Фигак. Все, уровень пройден. Перфект.
Ничего себе, перфект. Any процент, Warlock Record, World Record, Speedrun может быть incoming? Видимо, перфект, если собрать все эти кристаллы. Light, свет. О, Light сама наводка дает. Бафы, как в каком-то Марио, да? А, нет, Light не самонаводка, бьет на расстоянии просто. Сюда. Улитка едет. Панцирь, ты как и на черепахах Марио уезжает. Фриз. О, заморозка. Воу. Нифига себе. Кабум. Слушай, а игрушка-то этот прикольно выглядит так. Не так быстро, дружок. Опа, это, наверное, злой чувак. Я Гримуар. Самый, короче, крутой волшебник в мире. У меня есть ритуал, который мне надо завершить. Но эти духи мне мешают, козлы. Так что я их, в общем, всех заточил в пузырях. А это что, не дух ли с тобой случайно, а? Ну-ка, давай его сюда. Пошел нафиг. Нет? Ну, придется все сделать по-плохому. Опа, босс. Король лягух. Съешь их обоих. Опа, босс файт пошел. Ну все, король лягух. Фрог кинг. Та-та-та. Класс. О, там баф. Надо баф подобрать. Подожди, фрог кинг. Наверное, его без бафа не ударить, да? Фриз его. Заморозь фрог кинга. О, блин. Лайт. Просто ДПС чекаем его. Сейчас я там огонь какой-нибудь подберу. О, по-моему, он язык высовывает. А, обычным хвостом ему ничего не сделаешь. Надо пробегать, брать баф. Уничтожен. Destroyed. Все, что ли? Ключик. Чисто на классе, на скилле. Прошли. Ты крутая, говорит. Эта лягушка не на тех напала. Но что это забыл за волшебник? Он, наверное, за этим всем стоит. А что ты за ключ нашла? Вон ключ, смотри. Да, что-то знакомый ключ. Наверное, ключ от замка волшебника. Чего? Откуда ты это знаешь? Откуда я знаю? Ну, долгая история. Ладно. Короче, надо найти 5 еще ключей, и мы откроем ворота. А там, наверное, монстры будут, ну, пофиг. Погнали. Погнали. Так, 5 ключей надо. Ну, еще 5, один уже есть. О, а тут как за 8 бриллиантов открывается следующий левел. Прикольно. Опа, это реально был противник из Марио. Утки! Фриз. А Фриз только по земле бьет. The Giant Duck. Смотри, какая утка. Утки-ножки такие интересные. Так, кристаллы, значит, надо собирать, потому что они доступ открывают. Кристаллы — это как звезды в Марио. В Марио World, где там тоже звезды надо было собирать. Бонь, о. Это ускорение. Утка как краб. На крабьих ногах. Я что-то не понял, зачем нужны фрукты. Но может, если много фруктов собрать, то будет бонус. Может, жизнь дадут. Так, музыку, говорят, погромче сделать. Ну давайте сделаем музыку погромче. Сейчас сделаем. Без проблем. Еще громче чат. Файер. А еще по стенам можно прыгать. Музыку на заметку можно взять прикольная. Музыка вообще кай, огонь. Согласен.
Fire. Кабум. О, чекпоинты есть. Я не знаю, зачем фрукты нужны, но сейчас разберемся. О. Ягодки — это торговля? Может быть. А вот какая-то три еще лисичка. Синяя лисичка. Это спидран? А, надо гоняться с синей лисой. Прикол. Э, она дерется? А, она на меня падает. Синяя лисичка, ты что творишь-то? Мы же братья, сестры лисы. Так, синяя лиса, значит, что-то не то делает. Подожди, она за мной все действия повторяет? А, это мой клон. Прикол. Значит, надо, в общем, надо быстрее, чем она меня догонит, проходить. Чего она не бьет у меня вправо? Просто твоя тень? Ну это опасная тень. А чё, я не могу ударить направо. Так, всё. Надо не стоять на месте? Да. Окей, здесь вниз прыжок. Теперь сломать утку. Так, сейчас мы клона за это запутаем. Надо заджебейтить клона. Заставить ее ходить по кругу. Заставить меня ходить по кругу. Ой, с тенью. Утка на голову упала. О, она идет за нами. Чат, она идет за мной. Доджи ее. Чтобы запутать клона, надо запутаться самому. Опа, лавовый мир. Пошли лавовый мир проходить. С летучими мышами. Ага, этого чувака не завалить так просто. С него заморозка, наверное, нужна, да? Или вообще его не завалить? Она инферно. Так, ну на летучих мышах точно дэмэджа не получать. Я не могу проваливаться сквозь. А, я могу пробиваться сквозь эти. Я могу упасть в лаву. Так, там так делать не надо. О, ты наступаешь, и они еще и взрываются под тобой. Так, чекпоинт, хорошо. Кристалл. Погнали дальше, лавовый мир. Ага, платформы падают. Еще и лава подниматься, наверное, будет. Хамелеоны языками бьют. Чекпоинт.
Бум, летучую мышь. Вниз пустите. Fire. Гори, летучая мышь. Сжечь весь мир. Прикол. Такие короткие уровни мне нравятся. Тут не надо тут пас по полчаса. О, я знаю, что это. Наверное, надо экран обгонять, да? Тут у меня четкое впечатление, что если экран сейчас подвинется, нас, наверное, прибьет. А, огонь не на время, а на количество использований. Надо его экономить. Бум. Хедшот. Мой бриллиант. Прощай, хамелеон. Ты был хорошим миллионом. Лайк. Прямо в лаву закинула. А я жив. Перфект, без урона. Перфект. Реально. О, сейчас будем гоняться с клоном. Бой с тенью. Ой-ой-ой. Клон-то идет. Не стой на месте. Не стой на месте. Клон догонит. Молния. Просто пробегает все. Вон близко. Быстрее! Еще быстрее! О, с первой попытки! Зачем фрукты? Я тут, может быть, очки набивать? Может быть, этот хайдскор делать? Я не знаю. Пока я не понял. Ну, прикольно. Сейчас босс-файт будет. Магма битл. Магмовый жук. Погнали, жучара. Оп. Мой баф. Наверное, его надо замораживать. О, давай без урона сейчас его пройдем. Что такое? Шок. О, молния его. О, молнии прям на лету можно сбивать. Фриз. Блин, без урона не прошли. Аривидерчи. У нас дамага больше, чем у босса. Наконец-то. Наконец-то, хоть в одной игре персонаж дамажит больше, чем босс. Я счастлив. Поехали, четвертый левел. Что за легкие боссы? Да сейчас, нормальные боссы, не трогайте моих боссов. У нас уже есть игры со сложными боссами. Чат, у нас есть Elden Ring, есть Dark Souls'ы. И есть вот та игра, которую мы первые играли. Вот кому надо сложно, чтобы было, добро пожаловать туда. Меня вот это устраивает. Это платформер моего уровня. Наверное, для детей от 3 лет. То есть как раз вот то, что нужно. Я пропустил кристалл слева. Сейчас вернемся. Точно, спасибо, чат. На карте вверх можно пойти. Сейчас пойдем. Сейчас вверх пойдем. Mission completed. Так, здесь замок. А, здесь нужно 30 гемов. У нас, кстати, есть 30 гемов. Сверху. Там нужно 50.
Пошли наверх, ладно. Воу, босс файт? Попугай. Попугай какой-то жареный. Враги такие все большие и смешные. Смотри, какие. Хорош. Спасен. Поджарь попугая. Запеченная кура. Перфект. Вот, будет, наверное, на время уровень, да? Точно, 59 секунд, поехали. Быстрее, 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 быстрее. Так, ну вот сейчас точно спидран будем делать. Это плохо для спидрана. И чекпоинт-то как мне поможет в спидране? Секунд. А, все. Изи. World record. Носорог смешной? Да они все смешные. Рисовка прям вообще огонь. Ну, дизайн врагов и всего. Такие здоровые, смешные. Реально, наверное, для детей игра. Меня устраивает. Сейчас я договорюсь для детей игра. Сейчас как найду какой-нибудь уровень непроходимый. О, для детей. Надо было больше умничать. Ага, для детей. Ну да выделывались. Ну чё, пошла жара? Так, бонус-то я не взял. Как-то так придется. Ух, нифига себе. Окей, пошла жара. Окей, лет еще мышь сбить. Утку отправить на покой. Попугай, попугая нафиг. Я всегда это говорил. Летучие мыши с дороги. Не взяли бонус. Носорога прыжком. Здесь прыжки нельзя делать. Сломаем под собой платформы. О-о-о-о-о, perfect incoming. Ага, и чекпоинт пошел. Сразу попугая отправляем. С чем я пробил там отверстие? И одна жизнь. Perfect, в смысле без урона до конца уровня. Чекпоинт пригодился. Ага, ага, ага. Немножко жесть пошла. Уток отправить с попугаями отдыхать в южные края. Все. Не перфект. Подожди, я только один кристалл нашел. А как один-то? Почему один? Надо переигрывать, да? А где я три кристалла потерял-то? Если с чекпоинта стартуешь, то кристаллы не собираются. А есть, надо еще два. А вон наверху один. Я подобрал его. Еще один нужен. А вон он.
есть, все. Перфект. 50 камней наверх. И 30 налево. 50 это дорого, у меня всего 56. Там, наверное, более сложный уровень. Давай сначала налево. За 30. Замок. Все, пошла жара. Пилы поехали, призраки. Призраки 100% бессмертные. Не, нифига, очень даже смертные. То, что мертво, вполне может умереть. Опа, выдвижные платформы появились. Платформы, которые ездят, появились. Молнии прямо в утку. Пёр. Сверху много уровней. Ну, мы сейчас здесь пройдем, потом наверх. Я думал, я ее поймаю на удар, утку. Утка меня обхитрила. Чекпоинт. Самое жесткое это эти. Гейл? Что такое гейл? Гейл это рывок. Окей, с рывком поаккуратней. Ага, ты с чекпоинта стартуешь, и ты не можешь кристаллы подобрать. Надо возвращаться. Значит, чекпоинт не такая уж хорошая вещь. Значит, надо идти назад. Понял. Да, гейл рывок, аккуратнее. По-моему. Фарлок, каковы шансы соблазнить тебя поиграть в Бурито Бизон? А что это такое? Я такого не знаю. Платформер какой-то. Бурито Бизон прикольная. Ну, скиньте в предложку сейчас. Что за Бурито Бизон? Кристаллы не тратятся. А, значит, просто будет 50 кристаллов, пройдем наверх. Нам не нужно их экономить. Бурито Бизон это где ты закидываешь с рогатки мужика, и он подбирает мармеладки? Я такого не знаю. Какого мужика? А мужика где взять? У меня мужиков знакомых почти не осталось. Я и на улицу не выхожу. А мужики обычно по улицам ходят. Редко дома сидят. Есть Пашка Омикрон, есть Тидж, есть Тостер. Кого мы кидать будем с рогатки, чат? Пашку Омикрона жалко. Он этот, еще молодой. У него вся жизнь впереди. Тидж... Ну, Тидж как-то странно будет лететь, мне кажется. У него траектория полета будет какая-то своеобразная. Я не уверен, что он полетит туда, куда надо. Что... Он будет хоть в какую-то сторону. Тостера? У Тостера голова сегодня болит. Его нельзя кидать. Ой, смотри, какой уровень! О, все...
синенькая. Класс. Вообще прикол. Блин, какой, какая прикольная игрушка. Я на все шипы наступил. Чё глаза? Чё мне нравится, чат? Смотрите, как классно. Тиана? Тиана можно закинуть с рогатки. Тиан, он такой спокойный, наверное, нейтрально к этому отнесется. Спокойно полетит куда надо, все сделает, прилетит обратно. Пропустил алмаз? Да блин, этот алмаз похож на все остальное. Так, пошли искать алмаз. Где алмаз-то? Ага, обратно-то не пустят. Все. Не пускает чат. Окей, надо рестартануть. Рестарт. Окей, это утка. Это призраки и грибы. А где алмаз? Я слежу. А вот он. Ах ты, жучара, заныкался. И вот еще один. Все, два алмаза. Вот теперь норм. А вот еще один, смотри. Тоже заныкался. Фрукты двигаются, а алмаз не двигается. Надо за этим следить. Вон он, я его вижу. Четвертый. Мой алмаз. О, стрёмно. О, прям в лаву опускается лифт. Варлок, играл ли ты в Dungeon of Endless? По-моему, играл, да. Вроде прохождение у нас есть на ютубе. Так, уровень с этим, с клоном. Привет, клон. Ты там не спеши сильно. О, на долю секунды опережаем. Упал вниз. Но клон тоже упал вниз. Если я падаю, то клон падает. Можно вредить себе, чтобы вредить клону. План. Можно просто помереть. Так, надо еще эти алмазы не пропустить. Я во все пропасти упал. Чекпоинт. Мне кажется, что я пропустил где-то алмаз. По-моему, чекпоинт после двух алмазов идет. Окей, это первый. Вот второй, я вижу его. Все, два есть. А, стоп, только два есть. Надо рестартовать. Что ты будешь делать? Окей, еще раз. Клон, не спеши там. А где алмазы-то? Опять один только нашел. Опять пропустил? Пойдем обратно. Я старая слепая обезьяна. Где алмаз-то? О, в начало вернулись. Подобрал? А, точно подобрал.
подобрал, но не заметил. О, ну все, прям в пропасть. Так. Все пропасти собрал. До конца уровня без урона. Сгорел. На работе. Так, рестартуем. Опа! Он догоняет. А я так и не понял, где я подобрал этот алмаз. Поэтому не знаю, где мне его искать. Опять пропустил, что ли? Точно пропустил. Да что такое? Где же он? Так, ну здесь нет. Здесь нет. Здесь нет. Здесь нет. Где он? Надо где две платформы сверху. Сейчас, подождите. Что-то я не так начинаю. Сюда можно сразу прыгнуть. Где две платформы сверху? А, конечно, его же не видно там. Все, теперь я понял. О, додж есть, алмаз. Все, алмазы собраны, валим. Перфект. Босс файт, погнали. Сейчас мы... Воу. Фантом. Это какой-то уже Elden Ring пошел. Огненный чувак. О, у него самоны есть. Дай мне баф-то. Ну, атаки у него жесткие. Без урона. С первой попытки. Ну, почти без урона. Нормально босса прошли. Так, здесь 50 надо. Ну, а тут у меня не пройдено тоже, да? Или пройдено? Нет, это я все прошел. А, это тот уровень, где носороги. Ой, теперь еще и пчелы. Встал раз. А пчела за мной летать будет? Ты что летаешь за мной? А ну кыш отсюда. Зона вне полета. Дабл килл. Ай. Утонул. Пчелы яйца несут? Реально? Надо сейчас посмотреть. Ой, попугай пробил. Пробил дырку и утонул. Ой, два алмаза, подожди, надо возвращаться. Блин, а я могу вернуться? Вроде могу. Это жало такое у пчелки? Может, они яйца несут? А что не так-то? Бывают же яйценосные млекопитающие. Между прочим, вообще-то все эти насекомые яйца откладывают. Пчелы млекопитающие? Ну, бывают пчелы млекопитающие.
ну, на какой-то планете, где девочки и лисички бывают, бывают пчелы млекопитающие. Вот осы несут яйца, да, правильно. Фиолетовый уровень и серый уровень. Летают жареные попугаи. Да. Ну что, снежный? Пошли на уровень с сакурой. Он какой-то вроде большой. О, пошла музыка. Это у нас японский уровень будет. Хотя куда уже более японский, чем... Девочки-лисички, да? Это было что? А, зеленая свинья! Булка пришла. Я не вижу пол экрана. Булка все закрыла. Просто зеленые свиньи. Че вы там говорите про млекопитающих? Тут вон свиньи зеленые. Потом красные. После того, как ты их бьешь. Булка пришла. Булке очень интересно. Что тут за... Из Angry Birds'ов? Пеликаны? Опять пчела вернулась. Мистер Би. Они в рейдж впадают, когда их бьешь. Смотри, видишь? Краснеют. А уток, между прочим, да, крабьи ноги. Так что тут с фауной... В принципе, интересная ситуация. О, сейчас будет уровень с клоном. Так, что-то надо клона заманить. Хоп. О, все, мы ее заманили, погнали, теперь будет спидранить. Сам себя поймал. Так, ну свиньи уже жесткие, их надо доджить. Потому что их с одного удара не завалишь. Так, есть. Я забыл, что это баф на... Баф на рывок. Чекпоинт не подходит. Хотя, можно вернуться назад, да? Какая нам разница, в какую сторону идти? Интересная система с чекпоинтами, что можно вернуться назад и подобрать пропущенные кристаллы. Ты меня никогда не поймаешь, клон. Я неуязвим. Как под кристалл-то подобрать? Чат, что делать? Я надо ее заманить. Сейчас мы вправо прыгнем. Она такая пойдет сюда, а мы обратно. Пойдем два раза в пропасть. Это был хитрый план. Он того стоил. Он того не стоил. Это был не самый лучший план в моей жизни. О, нет. Доджим, 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 как боги. Окей, здесь мы не застреваем на полчаса, мы падаем в пропасть, умираем. Легкая игра для детей, кстати, Эвриван.
Не спеши. Давай, прыгай. О, задоджено, я помнил, что я там подпрыгнул. Поэтому у меня не было страха вообще. Здесь придется пожертвовать жизнью. Двумя. Но это все ради высшего блага. О, давай, давай, финишная прямая. Нет, там еще какая-то деревяшка ходит. А, стоп. Короче, надо рестартовать уровень. Блин, если свинью бить, она догоняет. Кристалл пропустил. Давай рестарт. А, во, вот как свинью доджить. Все собрал, кроме кристалла. На свинью сверху прыгать надо. Опять то же самое. Окей, мы ее заманим сюда. Сюда. Теперь так. И пропасть. Нет, это был плохой старт. Еще раз перепрыгиваем. Перепрыгиваем, перепрыгиваем. Ты перепрыгиваешь, ты подбираешь здесь. Дальше кристалл через пеликана. Чарджем. Через перекана чардж, через утку чардж. Идеально. Perfect play. Я не знаю, как здесь сделать perfect play, поэтому пожертвую жизнь. Просто доджи свинью. Свинья не мешает. Короче, будем считать, что perfect. Варл, когда прохождение Селесты без урона? Да я прошел уже на втором аккаунте. Я на двух аккаунтов стримлю. На одном я все руиню, а на втором я все прохожу. Все всякие Селесты без урона и все остальное. Название второго аккаунта не скажу, вы можете сами догадаться, кто шарит. Чего я урон получаю все время? Наверное, от противников, да? О, чекпоинт! Я думал, может, древний может на голову стать. Надо рестартовать. Тут двигается экран. Назад не вернуться. Пробил весь пол. Дно было пробито только что. Профессиональный пробиватель дна залогинил. О, хорош. Теперь утку остановить. Пеликана. Нет. Где-то еще один кристалл перед чекпоинтом. Алмаз? В общем, что-то. Вот он. Чекпоинт, теперь еще два. Я не знаю, как, что там делать. А что с древним делать, чат? От него... Можно отскочить или чего? Надо понять, как викингов, как древние проходить. Прыгать на него? Я вроде попробовал. По нему ходить может можно? Сейчас попробуем, надо узнать.
Не, нифига, урон получаешь. Попробую встать на него. Да не становится на него. Вот только что я попробовал, я на него прыгнул. Двойного прыжка нет. Думаешь, я допрыгнул? А нет, только что вроде бы встал, подожди. Только что получилось вроде. Попробуй на него лечь. Гениальный план. Надежный, как швейцарские часы. Ляг на пень. Мне кажется, платформы под туманом. А, типа он ходит? Реально, там ходить можно. Это не яма. Все, я понял. Значит, просто прыгаешь туда и перепрыгиваешь его. Все, разобрался. Ёшкина кошка. Ну да, древень показывает, что там можно ходить. О, блин, только не в конце. О, все, все. Пройдено. Хорош. Кайфовый уровень. Так, ну что тут у нас на скорость гонки? 1 минута, поехали. Спидранерские страты активированы. Одна минута, одна жизнь, одна попытка. Чекпоинт. Задоджено. Годлайк. Any процент Warlock World Record. Спидран. С первой попытки. 13 секунд в запасе. Мировой рекорд. Чатик. Жена звонит, 1 минуту. Пробежался. Ступенькам. Все нормально. Напугал? Не, все хорошо. Ой. Так, ну что, погнали дальше. Что у нас тут было, чат? А, мы на скорость бегали. У нас левел на скорость, да? Куда такая модная бутылка хилка? Из магазина алхимического.
А нет, тут обычный уровень, что ли? Не на скорость. А, это обычный левел. Окей. О, чекпоинт — это плохо, потому что... Перед чекпоинтом должно быть два алмаза, мы где-то пропустили. Не, не пропустили. Я думал, всегда перед чекпоинтом два алмаза. Не. Перфект. О, мое любимое. Уровень одного цвета. Погнали. Очень розовый. Супер пинг. Так, надо вычислять алмазы. Во, один вижу. Это был пеликан. Сломал все платформы. Где еще алмаз? Опять алмаза не хватает. Блин. Пропустил где-то, наверное, да? Ну, давай попробуем, дойдем. Может, пропустил. А нет, не пропустил. Вон еще один стоит. Ай, заруинил. Так, ну от чекпоинта тут вроде алмаз был недалеко, да? Или далеко? В самом начале он был, вот он. Ай-я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 й. Скользкие платформы. Вот эти платформы скользкие. А здесь что делать? Понял. Блин. Обилка. Обилка на этот. А это зажигалки. Все, я понял. Мне кажется, здесь проще расстартовать, чем назад возвращаться. Он здесь и дальше на второй секции платформы. Все. Понял. Давай рестарт. Все красивое, розовенькое, ничего не видно. Ну, очень красивая розовенькая. Вот тут алмаз будет. Да, вот он. А дальше будут платформы-зажигалки. И вот я на них кучу дэмэджа получал. Вот это они. Доджи. Пал вниз. О, скользкие платформы. Так, вот алмаз. Теперь доджи по полной программе. Задоджил платформу. Опа.
нормально. Вот сейчас идем практически перфект. Гейл не надо было брать. Она только мешает. Рывок при атаке. О, все, пришло. Перфект. С одной жизнью, но перфект. Так, еще один уровень с этой тенью. Будет потом босс. Даже тень не нужна. Без нее справились. Первый албас пошел. Сейчас это там тень задержится, пока мы били этих свинов. Алмаз раз. О, блин, ну вот все затупил. Алмаз два, ладно, еще не все потеряно. Ой, как там ждать страшно-то, на тень-то близко. Вон они догонят. Побыстрее. Еще быстрее. Лед. А, лед. Попугая. Так, ну с тенью надо рестартовать. Просто вначале доджинг без атак. Здесь вообще атаки не нужны. Здесь можно. Там нужно. Опять гейл взял. Хотя он тут, наверное, нужен, да? Для рывков, точно. Ух, я его применил тактически. Впервые в истории. Еще раз применил тактически. Как он хорош! Че, босс файт. Deep Dream Fields. Пожиратель снов. Ну чё, пожиратель снов. Сейчас захаваем пару снов твоих. Шоком его, молниями. Все знают, молния — лучшее оружие против плохих снов. Любой дурки тебе скажут это. Я в кино видел. Пролетаем над гнездом кукушки. Ну, ё-моё. Получил по рогам. О, булка пришла. Все, ничего не вижу. А, булку доджит теперь. Е-е-е. Без урона. Почти. Хорош, пройдено. Еще уровень. Ну, я думаю, что у нас тут осталось вот справа и сверху левел. Слушай, игра вообще огонь. Не знаю, может, допроходить ее до конца, что ли? На другой стрим? Так тут осталось-то немного. Я думаю, мы нормально посмотрели много. Давайте доиграем. Три локи? Две, я думаю. Сколько у нас ключей? Сколько мы ключей собрали, чат? Раз, два, три, четыре. Четыре собрали. Надо шесть. Значит, три локи. Раз, два, и еще будет третье.
Ну, может, все-таки тут, наверное, не так уж и быстро. У нас 4 ключа. Ладно, эта лока вроде короткая. Давай, давай эту пройдем. О, зимняя, погнали. Знакомые лица из Марио. Вампы. Разделяющиеся. О, прям. Прям пропасть. Тут уже пожестче так стало, смотри. Сложность-то выросла. Опа. А, тут уже конец, надо рестартовать. Так, слизней лучше просто доджить. Ты их бьешь, они делятся на кучу мелких слизней, становится хуже даже. Так. Я это сказал и сразу завалил слизня. Ну, это был план, перфект. Без урона, 4 кристалла. О, пчелы добавились. Специальные зимние пчелы с утепленной шубой. Курица. Я думал, где курица все? Чё-то тут в этой игре не хватает. Курей нет. Вот они. Так, ну стартую я здесь явно неправильно. О, тут так... Так просто все не перепрыгнешь. Еще и на льду. На льду скользко. Жесть. А, я понял, что надо делать. Надо вниз падать. О! Ну, может, не так, но ну, примерно так. Пчелу надо убрать нафиг. Пчела, кыш отсюда. А что? Рестарт. Так, подходим, бьем этого, дальше пчелу убрать. Все. Доджим слизня. Медленно. Аккуратно. О. Куру растоптали просто. Еще одна пчела. Ай, прямо льдом на пчелу. Что-то я не могу, пчела меня прямо контрить полностью. Подлетает такая сверху, стоит и говорит, сейчас я буду стрелять. А я такой, ну не знаю, что делать, сейчас ты в меня, видимо, будешь стрелять. И сдаюсь такой. Стою и сдаюсь. Эй, пчела. До нее не достать, смотри. Она доджит. Доджит как бог. Петь, она летает. Она сейчас меня убьет, чат. Меня страх просто одолевает против пчелы. Доджим, доджим, доджим. Хорошо.
наверх, наверх. Как много противников. Я что-то переоценил. По-моему, мы тут надолго. Мы сейчас третью игру не успеем на стриме поиграть. О, так ее. Ну все, это конец. Пчела пришла. Опять она. Говорят, что вот пчелы исчезают, и типа это плохо. А я вот не против. А, агонию контрит. Или свет, короче, чем-нибудь, любой атакой, кроме стандартной, ее бить хорошо. Вот тут я каждый раз сливаюсь. Каждый раз делаю то же самое, попадаю в эту пропасть. И все, хана. Ха! Мы растартанулись с чекпоинта. Может просто пройти и все без этого, без кристаллов всех. Фига себе, жесть. Че, если кристаллы не собрать? Нам не хватит кристаллов потом, чтобы пойти в последнюю локу? Сейчас проверим. Быстрее, 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 быстрее. Они падают, 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 падают. Я думаю, что там должно быть какой-то небольшой запас кристаллов должен быть. Чтоб тебе не надо было все на перфект проходить. Это таймер. Классно, я между ними встал. А, здесь еще спуск вниз есть. А, так все-таки. Все-таки уровней больше. Еще один тут. Ну, мы если сейчас будем проходить ее, короче, то все, третьей игры на стриме не будет, че. И там нужно еще 176 кристаллов на что-то. И наверх еще, да. Она не такая короткая, в общем, как мы думали. Стрим сегодня короткий, но я думаю, чуть покороче, чем обычно. Немножко. Как он бежит? К тому же уровни что-то жесть стали. Уровни стали жесткие. Это вообще не то, что было в начале. Я ж теперь фокусируюсь.
Встал. Поехала на льду. Сейчас мы тогда пройдем сейчас босса здесь. Тут вот два уровня до босса зимние Локи. А, это же бой с тенью. Тень, подожди. Стой, не двигайся. Полная фокусировка не помогает. Кристалл. Надо прыгать на этом, на стрелочках. Кошки, что вы там творите? Кто в штору трогает? Кошки, что творите? Кто здесь? Кто здесь? Кто штору, блин, открывает? Пошли бы на босс файт. Оу! Полярный гонщик. О, какая арчина. Чардж! Наездник на кабане. А я думал, я его перепрыгнул. Это красный Пеглин? Это Эвил Пеглин. Злой брат-близнец Пеглина. Пеглин пройден. Мой ключ. А, и вот сюда, чтобы наверх попасть, нам нужен ключ. Еще один, который, наверное, вот здесь. Да, я думаю, там внизу этот. Еще один ключ. Потом замок. Ну, не будем мы до конца ее проходить, оставим. Оставим этот, как. Что, как мне? А, главного меню нет. Оставим мы ее вот такой вот непройденной. Я думаю.